Лето – пора фестивалей, во всяком случае, в нашем регионе. За 3 месяца масштабных мероприятий на открытом воздухе в Прикамье проводится несколько десятков. Каждая из них ориентирована на свою аудиторию и старается расширить ее любыми способами. Между тем, такие мероприятия могут быть весьма прибыльными при должном подходе организаторов. Меня зовут Антон Шибанов. Попробуем взглянуть на прикамские фестивали с иного ракурса. Гости в нашей студии – Наталья Шостина, организатор и идейный вдохновитель фестиваля «Камва», Константин Няшин, организатор фестиваля «Red Fest». Ну и кроме того, к нашей беседе подключится чуть позднее Елена Зорина-Новоселова, организатор, наверное, одного из старейших музыкальных фестивалей нашего региона – это «Rockline». Я благодарю, что нашли время для нашей беседы. Можете назвать цифру, сколько фестивалей все-таки проводится в Пермском крае за сезон, там, за год? Есть такой у нас проект, уже долгоиграющий, называется 59 фестивалей 59-го региона. Так вот, мне кажется, что фестивали проходят гораздо больше. В многонациональном Пермском крае очень любят проводиться фестивали в каждом районе, даже в селах. Поэтому, если посчитать, наверное, фестивали каждого поселения, то, наверное, приблизится к 1000. Но это фестивали на уровне, может быть, даже там 2-3 дворов, домов. Но, тем не менее, фестивальное движение очень популярное. Это как такой ивент, в котором могут принять участие жители вот этой местности и пригласить, может быть, каких-то гостей из районных городов, а если повезет, из крупных городов и даже, вот, наверное, из других стран. Ну, 1000 – это же очень много. Ну ладно, поселковые посиделки, допустим, оставим в стороне. Если говорить о крупных мероприятиях, ну их, на мой взгляд, кажется реально много. А жителям, населением вообще востребовано вот такое количество мероприятий? Ну я лично это связываю с развитием образования в Пермском крае. У нас есть высшая школа экономики, которая выпускает каждый год маркетологов. Маркетологи понимают, что нужно создавать рынок, начинают работать с компаниями, и в итоге получается день яйца и день всего остального. Просто день яйца мне предлагают провести в ближайшее время. Как еще раз? День яйца? Да, день яйца, да. Так. В сентябре, кстати. Так что готовьтесь. День молока, день яйца, день комара. В принципе, можно провести фестиваль на любую тему. Есть же проекты. Так что я думаю, что их будет с каждым годом все больше. Ну, условно появился Хэллоуин, потому что он нужен был в октябре, потому что рынок падал. И до Нового года было еще далеко, поэтому у нас есть Хэллоуин. Я думаю, с фестивалями будет также часть из них. К нашей беседе готова подключиться Елена Зорина-Новоселова, организатор фестиваля «Rockline». Елена, вы слышите нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Слышу вас. Я хотела в эту копилку, что называется, есть ведь праздник огурца и так далее, и так далее. Эту тему можно продолжать. Но по большому счету, на мой взгляд, фестиваль – это, ну, прежде всего, показ или демонстрация тех возможностей по темам фестиваля, если взять, то, что может людей объединить или, наоборот, как-то разъединить. Вот. Но фестивали, да, в последнее время их становится все больше и больше. Господа, за чей счет банкет? То есть, если есть 1000 фестивалей, как мы выяснили, их же надо проводить на какие-то средства. Но фестиваль — это как бы все равно уже привыкли, что это часть таких культурных событий, на котором отличаются регионы. Там и есть фестивали известные, международные, есть фестивали, вот, так скажем, форматные, однодневные или там на какой-то небольшой срок. Есть титульные фестивали. Ну, давайте говорить хотя бы о тех, которые стали для Пермского края уже привычные. Например, Rockline, Камва, Red Fest. Ну, еще ряд других. Их действительно много. Фестиваль «Камва» проводится уже 11-й год. Вот буквально несколько дней назад мы провели 11-й фестиваль. Основная часть бюджета – это бюджет Пермского края, который мы получаем по субсидии. И остальной бюджет мы привлекаем за счет партнеров-спонсоров. И вход на территорию фестиваля – это платный вход. И это значительная часть, которая вкладывается в развитие фестиваля, в том числе в оплату труда операторов, в создание инфраструктуры и в развитие фестиваля будущего. А каким должен быть бюджет фестиваля, чтобы, например, сделать вход бесплатным?
Ну, это, наверное, какая-то праздничная промо-акция, либо идеологический фестиваль. Политической окраски? Да, какая-то корпоративная культура. Вот недавно тоже был фестиваль. Но, наверное, это был фестиваль или концерт, там, который крупные компании связи устраивают. Вот. Или фестивали типа «Белые ночи», которые помнят еще Пермь, когда огромный бюджет вкладывался, это был там праздник на месяц и для пермяков, для гостей Перми, которые хотели бы посмотреть такой инновационный проект. Вот, фестиваль, допустим, который проводит Лена, конечно, это такая традиция, и я прекрасно понимаю, почему продюсера устойчиво стоит на позиции, что этот фестиваль бесплатный для посетителей. Такой же фестиваль, как «Крылья Пармы», он тоже бесплатный. Насколько я понимаю, Red Fest изначально ставил задачу зарабатывания денег, и поэтому были входные билеты. Ну, давайте спросим прежде всего у Константина и чуть позднее у Елены. Константин, позиция Red Fest вообще иная, в принципе, да? Но вход тоже платный. Позиция Red Fest, да, изначально это повеселиться и получить опыт. Ну и, в принципе, я думаю, много людей хотели бы устроить фестиваль, поэтому, в принципе, понятно, почему мы решили это делать в том году. У нас была какая-то поддержка от Министерства культуры, нам в том году дали 200 тысяч рублей. В этом году мы поняли, что лучше денег у них не брать, потому что это на самом деле очень большая отчетность, и у нас горизонт планирования пока не совпадает с этими организациями, потому что мы каждый год договариваемся о том, что да, мы проводим фестиваль где-то за месяц до проведения фестиваля, поэтому не попадаем в бюджеты многих организаций. Поэтому в этом году фестиваль, да, был полностью самофинансируем. Вход сколько? Вход в этом году был 350 и 500 рублей. Важно отметить, многие об этом забыли, что в том году вход был таким же. Хотя люди в этом году мне говорят, да, что-то в этом году подорожало. На самом деле, я думаю, что это просто связано с их личностным ощущением собственного кармана. Им кажется, что сейчас стало дороже, хотя в том году точно такая же цена была. Давайте поинтересуемся, может быть, и у Елены, каким образом удается выживать на протяжении 20 лет и с бесплатным входом на фестиваль? Ну, Наталья права в том, что, сказав, что есть концепция, которая была заложена еще давно, 20 лет назад, что вот на этом празднике рок-музыки там, или актуальной музыки, в общем... Ну, Ирина, мы вас не слышим. Давайте пока попробуем заново установить соединение и перейдем к следующему вопросу. Можно ли фестиваль сделать прибыльным бизнесом? Он должен быть прибыльным бизнесом. Камва оправдала себя по затратам? Но вы знаете, вот мы пока еще не успели подвести итоги. Сейчас по прогнозам, да, то есть фестиваль справился с теми задачами, потому что мы привозили хедлайнеров, и всегда, когда привозишь звезду мирового уровня, то бюджет вложения в эти концерты, в сервис, он превосходит возможности местного рынка. И фестиваль много лет назад выбрал такую как бы идею и подтверждает каждый год, что люди голосуют ногами. То есть если мы делаем хорошую программу, делаем хорошую рекламную кампанию и делаем качественное наполнение, современное, которое интересно людям, обладающим ну, как бы средним кошельком, то, соответственно, приходя на фестиваль, они подтверждают не только интерес к этому проекту, они оставляют деньги, в том числе покупают вкусную еду, покупают украшения, там красивые наряды, развлекаются за дополнительные деньги какими-то дополнительными форматами развлечений. Поэтому каждый раз, когда получается вот эту модель сначала простроить, потом реализовать и увидеть такое количество человек, потому что вот по буквально свежие подсчеты более 16 тысяч человек посетила, да, три дня фестиваля. Это был основной музей Хохловка и эко-лагерь фестивальный за пределами музея. Вот. То есть это говорит о том, что фестиваль интересен, и он, в принципе, успешен в плане такой вот небольшой финансовой модели. Константин, я так понимаю, что у вас размах скромнее, нежели у Камвы, да? Сколько было фестивалей ваших?
Ну, у нас был в том году один фестиваль, и в этом году тоже был один фестиваль. Поэтому два уже, да. Смотрите, получается, Canva во главу угла ставит культурную составляющую, да, и вокруг нее, получается, сувениры, майки, футболки. У вас, наоборот, предпринимательство на, так сказать, на переднем плане, да, и где-то сзади уже культурная составляющая, так? Да, у нас пока основной момент – это мы хотим собрать друзей, и все вместе повеселиться, и при этом к нам по подсчетам в этом году пришло 5000 человек. То есть те, кто купил билет, те, кто выступал как-то, ну, как экспозиторы, как их родители, дяди, братья, которых мы проводили как-то по дружбе. Вокруг, ну да, всего 5 человек посетило фестиваль. То есть, в принципе, это не так много, но это в том году их было меньше 4, поэтому мы растем. И с точки зрения финансовой, да, то есть мы тоже растем, поэтому это очень приятно. Но в этом году вы сказали, что вы обошлись без какой-либо поддержки со стороны бюджета. Да, обошлись. Что за средства были привлечены? У нас бюджет фестиваля составил около 2 миллионов. То есть где-то 1 миллион это с входных билетов и 1 миллион это с спонсоров и с участников. Но на самом деле, если верить участников, мы с ним берем достаточно мало денег, потому что они все уходят счастливые. То есть, соответственно, видимо, у них была еще возможность дать немного. Но я, чтобы вы представляли, в зоне фудкорта некоторые участники в день делают по 130 тысяч рублей. Фестиваль 2 дня. То есть, в принципе, учитывая, что у нас количество таких участников было около 25, задача именно организации, ну, это как экономика, да, вы на небольшом клочке земли около Камы производите такую экономическую зону, где люди приходят, чему-то учатся, что-то пробуют, что-то продают, обмениваются знаниями, товарами. Это всегда очень приятно, потому что мечта у меня лично была сделать что-то, что можно масштабировать. И как раз из года в год это масштабирование оно получилось. Поэтому очень приятно. Давайте попробуем еще раз вывести в наш эфир Елену Зорину Новоселову. Лен, как удается с бесплатным входом на протяжении 20 лет делать такое мероприятие, как Комплайн? Я поняла вас. Пока слово не отключилось, пока есть такая техническая возможность, я скажу такую штуку. Просто на самом деле, на мой взгляд, не очень корректно и не очень правильно брать деньги за вход. Я говорю о своем фестивале, о том фестивале, который делаю я и делал, начинал Олег. Так вот, несколько некорректно брать там, сколько бы то ни было рублей, там 50-100. За праздник музыки, который строится на выступлениях групп неизвестных, никому неизвестных. Елена, как вы тогда скорее выживаете? Фестиваль рок-лайф. Я считаю, что средства можно заработать около фестивальной истории. Собственно, за этим мы и собрались в студии, узнать, эффективно это или нет. Да. То есть это всевозможные, да, то есть мерч, причем который поступает и от групп, которые приехали на фестиваль, они всегда привозят там свои футболки, диски и так далее, и так далее. Потом мы предлагаем то, что готовится, так скажем. У нас, так же, как у Натальи, есть партнеры, которые идут нам на уступку, то есть предлагают свои какие-то рекламные истории, я имею в виду рекламное продвижение фестиваля, как то компании «Прийти». Партнерские вот эти отношения дают эффект, ну, экономии и возможность перенаправить эти деньги на какие-то, чтобы улучшить качество звука, отключить видео. Оно у меня отключено. Елена, спасибо. Наталья, скажите еще, пожалуйста, я слышал, что вы выпускаете целую серию уже каких-то товаров под брендом Canva. Да, у нас есть своя линейка сувениров, есть небольшой магазинчик в ЦУМе, где на протяжении вот уже 7 лет мы представляем сувениры, такие мелкие товары, подарки под таким проектом, сделанным в Перми. Вот, поэтому такой небольшой маркетинговый проект, в котором мы изучаем спрос и регулярно предлагаем на рынок собственные разработки сувениров. О Перми, про Перми. Какие самые популярные? Ну, самые популярные – это сувениры с пермским звериным стилем, потому что публика, туристы
и пермяки, которые выезжают за пределами Перми, особенно в летний сезон, конечно, там покупают подарки своим друзьям. Вот, это книги, это музыкальные, издательские какие-то сувениры тоже. И, к сожалению, нет такого масштаба, чтобы заявлять об этом проекте как о бизнес-проекте. Это скорее имиджевый проект, который поддерживает Canva. Вот в этом году у нас, кстати, случился очень интересный проект совместный с компанией ZASIM. Мы наконец-то выпустили совместно воду Canva. Вот, потому что, казалось бы, это так естественно, выпустить воду, чтобы она появилась на полках торговых сетей с названием Canva. Бренд узнаваемый, он зарегистрирован уже много лет, и в нем содержится вот этот шифр «Ва-вода», «Кам-человек». Вот, поэтому надеемся, что такой товар будет узнаваем, покупаем, и это тоже будет некая такая бизнес-проект. Как-то вот аккумулировать прибыль с этого небольшого проекта с целью, чтобы раз в году эти средства привлечь там, на проведение того же фестиваля Canva? Нет, это пока мизерные средства, которые просто будут поддерживать сам проект, потому что это не сотни тысяч, ни в коем случае. То есть на сегодняшний момент нет в Перми, в Пермском крае такой модели, чтобы культура сама окупала свои потребности, идеи и аппетиты. Это в любом случае либо это спонсоры, либо это какая-то коммерческая составляющая инфраструктуры, либо это бюджеты, гранты. Но, с другой стороны, опыт Константина показывает, что при должном планировании, что ли, мероприятия можно выйти на прибыль? Я понимаю, что несколько другие цели и задачи, да, преследовали ваши мероприятия. Но, вы знаете, мы тоже очень внимательно наблюдаем, как развивается этот фестиваль. Он симпатичный, он модный, потому что он сориентирован на определенную аудиторию, которая обладает средствами, в общем-то, той культурой, которая через фестиваль распространяется в Перми. Вопрос только в следующем, насколько долго эта история будет продолжаться. Давайте узнаем из первоисточника. Константин, творческие планы? Ну, на самом деле, да. Как бизнес-проект? Вы так же, как и я, не можете точно сказать, будет ли еще один Redfest или нет, потому что первый Redfest мы придумали 12 мая, провели 12 июня, то есть за месяц. Потом мы думали делать, не делать, и в конце за месяц решили все-таки делать второй, поэтому сейчас, во-первых, рано говорить. То есть судьба третьего под вопросом. Во-вторых, да, уже на самом деле Пермь страдает от того, что многие люди отсюда уезжают, в том числе половина нашей команды уже разъехалась или собирается, поэтому соберемся ли мы в следующем году сделать Redfest в Перми или решим сделать где-то его в другом месте, история пока что. Извините, вас прерву, наше время не безгранично. Рецепт качественного и прибыльного фестиваля от Натальи Шустиной. Ну, во-первых, я считаю, что должна быть какая-то концепция, идея фестиваля, да. Должно быть четкое понимание аудитории, которая является потребителем этой культурной идеи. Коротко, можно ли зайти на рынок этот фестиваль и что необходимо для этого? Коротко. У вас должна быть мечта, и вы должны хотеть показать ее людям. И если у вас есть небольшие деньги, но при этом есть команда, которая в Перми все друг друга знает, то, конечно, это можно. Потому что барьеры для входа в фестивальный бизнес, они невысокие. Поэтому всем советую попробовать. Я благодарю за то, что нашли время пообщаться в нашей студии. Вместе с гостями Натальей Шостиной, организатором фестиваля Canva, и Константином Няшиным, организатором фестиваля Redfest, и Еленой Зориной-Новоселовой, бессменным руководителем фестиваля Rockline, мы пытались найти рецепт изготовления удачного фестивального мероприятия. Меня зовут Антон Шибанов, это РБК «Ракурс». До встречи.